Марина Полякова, Симферополь, член Союза писателей Крыма. Заметает февраль. Этот город у моря сегодня безумно скуп. На цвета, на тепло, на капельные искристые звуки. Почерневшие стены, холодный ритмический стук. Здесь по клавишам окон колотят ветвистые руки. Непослушными пальцами что-то крошу воробьям. Может, слезы, а может быть, просто обычную булку. И тугих проводов перепуганный нотный стан. Тихо стонет с утра на ветру в ледяном переулке. На промерзшем снегу лабиринты вчерашних следов. Тропки в чьем-то прощай, ухожу, извини или здравствуй, все исчезнет, и снова, сгоняя в квартиры паству, заметет постаревший февраль отпечатки грехов. Стихотворение написано 2 февраля 2023 года. Прочитала Наталья Иванова-Харина. Марина Полякова, Симферополь, член Союза писателей Крыма. Заметает февраль.